Твой успех в учебе зависит от твоего старания. Это однозначно. Но всего лишь на 50%. Другая половина твоего успеха зависит от твоего отношения к твоему учителю. То есть ученик должен всячески уважать своего учителя. Будь это школьник, будь это студент, каким бы ни был учитель сам по жизни, но то, что он дает тебе знания даже на одном уроке, они могут пригодиться тебе в этой жизни. И, как мы говорили, даже могут принести тебе пользу на том свете. Даже одного урока. И те усилия, тот труд, который он в тебя вкладывает в том же самом одном уроке, они для тебя бесценными должны быть. И здесь удивляет иногда, например, молодые ребята бывают, например, фанатеют от каких-то спортсменов, от каких-то там футболистов и так далее. Но вот подумай, эти же самые футболисты, спортсмены, они, в принципе, если смотреть, пользу для тебя ни в этом мире, ни на том свете никакой пользы нет. Но ты их так высоко возносишь. А тот учитель, который тратит на тебя практически все свое время, знания, которые он тебе дает, тебе помогут и в этом мире, и, как мы сказали, на том свете, а его иногда ты не уважаешь, не ставишь ни во что. Это вообще, это парадоксально, конечно. Удивительно, это странно.